Сегодня Центр московского долголетия «Войковский» пригласил всех участников проекта для совместного проведения времени с целью более близкого ознакомления друг с другом. В этом ролике я сняла бильярдный зал с теми участниками игры, которые, отбросив все дела, нашли время, чтобы собраться вместе. В числе участников проекта оказался мой супруг. Последний раз он играл в бильярд 30 лет назад. И теперь, когда мы узнали, что центр оснащен бильярдным столом и находится рядом с домом, у него есть возможность реализовать свою страсть к данной игре. В этом зале установлен шикарный большой 12-футовый стол. Помещение оборудовано в соответствии с требованиями для бильярдных комнат. Но для успешной игры в бильярд, как оказалось, необходимы знания законов геометрии, баллистики, физики, а также умение рассчитывать траектории. Каждый удар – это отдельная история. Игрок при ударе должен показать, что он умеет делать. Игра в бильярд для меня – искусство. Это меткость, сдержанность, собранность игрока. И чем сложнее игра, тем она интереснее. Сегодняшний наш день прошел необычным образом. Любители бильярда собрались с утра. Каждый хотел сыграть партию и терпеливо, соблюдая все правила этикета, ждал своей очереди. Я с супругом всегда группа поддержки. Но если честно сказать, я не перестаю надеяться, что однажды, придя здесь, никого не будет. И мой супруг наконец-то сможет меня поучить. Я давно мечтаю научиться и не теряю надежду на пустую бильярдную комнату. Заканчивая свои комментарии, я даю вам возможность понаблюдать за игрой серьезных, взрослых мальчиков и самим погрузиться в игру, ощутить скрытую эмоциональную атмосферу. Приятного просмотра и до новых встреч!
Потихонечку. Получается тройной.
тещу возьми. Ну, расстояние такое. Можно хорошо ударить. Нечаянно входите. А что? Ну, ладно, открыли-то уже. Ну, клубы на месте первом открыли. Мы сделали... А? Бракованные крылья. Я здесь примерно в первом этаже. Я стал ходить сюда. Ну, я же сюда не войду, что мы забыли. Да, мы да. Вчера я видел Володю, Володя тоже приглашал. Да. Приходили. Потому что мы разговаривали, что там его и увидели. А, там. Пошел, мне Таша сказал, что ты, а он и тебе. Да, он еще записался. Да. У нас 3-5, да. А тут 2-7. Сейчас ее берет.
ничего не ок. Что-то... Нет, это да, вообще. Нет, растащили. Ну, что растает на воду. Чего это? Да. Нет, подожди, разбивал ты? А. Вот я и спрашиваю.